серьезную дискуссию в Иркутске вызвал инцидент в одном из городских трамваев. В социальных сетях появилось видео, где мужчина выгоняет другого пассажира из транспорта за отсутствие защитной маски. Кто именно спровоцировал конфликт в трамвае, неизвестно. Тем не менее, водитель общественного транспорта отказался продолжать движение, пока возмутитель спокойствия не наденет маску или не покинет салон. В роли блюстителя справедливости выступил другой пассажир. Но вот что интересно, этот мужчина сам был без средства индивидуальной защиты. Тем не менее, он начал выталкивать человека из трамвая. После того, как это удалось сделать, двери общественного транспорта закрылись, и он продолжил движение. А иди ты, блин, нафиг, я сейчас вместе с тобой выйду, там тебе бить буду. Пошли, выходи давай. Закрывайте дверь. Уйди отсюда. Не, вы-то что без маски? Просто человек без маски сейчас выгнал человека без маски. Стоит отметить, что обязательный масочный режим в Иркутской области до сих пор действует. За отсутствие средств защиты в местах массового скопления людей предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для юридических до 300 тысяч рублей. Контроль сейчас осуществляется в отношении как раз последней категории. Так, на прошлой неделе сотрудники службы потребительского рынка и лицензирования региона провели рейды в торговых объектах и местах общепита Иркутска и района. Нарушения выявили в 17 заведениях.